Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у нас будет очень важное и необычное видео. Я думаю, по названию ролика вы догадались уже, о чем я буду говорить. Если что, пацаны, это реально не кликбейт. И посмотрите это видео от начала и до конца. И поставьте, пожалуйста, все просто лайк, чтобы это видео максимально посмотрело количество человек. Потому что ситуация реально очень серьезная, и хотелось бы, чтобы больше людей о ней узнали. Итак, что произошло? Давайте начнем с того, как я вообще об этом узнал. Звонит мне сегодня, получается, в час ночи Тимоха на телефон и говорит, типа, можешь срочно зайти в скайп? Я такой, окей. Он мне такой говорит, типа, вот мой канал, типа, взломали. Я такой, что, бред? Захожу, а там какой-то владелец канала теперь Азбас какой-то непонятный. В принципе, давайте я объясню, в принципе, как он его взломал. Мне Тимоха все рассказал, я вам просто перескажу его слова, так сказать. Короче, Тимоха болеет, как бы, он работает, если что, там, в охране. Он сейчас болеет, и ему написал подписчик, либо кто он, я не знаю, какой-то чувак, и типа, давайте помогу с каналом, типа, я знаю там одну тему, типа, можешь сделать меня администратором, и я буду тебе помогать. Он такой, ну, типа, давай, ладно, потому что Тимоха болеет, ну, ему как бы снимать, ну, не может снимать, потому что, ну, болеет все-таки, сами понимаете. И он согласился, выдал ему администратора, там, как-то, блин, какое-то видео он ему скинул, тот ему выдал администратора, и в итоге этот чувак удалил его и забрал весь доступ канала себе. Я просто реально в шоке от этой ситуации, и просто реально не понимаю, блин, это просто реально жесть, понимаете? Просто украли канал, где было 4500 подписчиков и 600 тысяч просмотров. Но это реально очень жестко. Реально просто очень жестко. Что Тимоха делает? Он будет снимать новый канал. Ссылка на его канал, если что, новый будет в описании. Обязательно подписывайтесь. Давайте реально его поддержим. И будет он там снимать видосики по Амазингу там и так далее. Поэтому можете подписываться и, в принципе, ждать от него видосов. Я думаю, он тоже выпустит видео и расскажет про всю ситуацию тоже. Я реально просто был в шоке, я вот на протяжении, там, мы с ним разговаривали часа 4, я не мог реально поверить в это, то, что, ну, реально его канал взломали. Вы можете реально зайти на канал и посмотреть, что владелец канала уже другой, название другое, картинка другая, только шапка осталась вроде бы как, и видосы. С каналом ничего не происходит, чувак его забрал себе, но он ничего не удалял, он ничего не выкладывал, он ничего не писал, и я не понимаю, зачем он это сделал, в принципе, потому что, ну, это чужой труд. Он занимался этим каналом 4 года, его развивал, и просто чувак взял, у него его спиздил. В принципе, да, тут может есть вина Тимохи, как бы, что он доверился, но он же не знал, что так получится. Я думаю, вы сами понимаете. Если что, пацаны, ссылка на его канал будет в описании, я еще закреплю в комментариях. Просто при этом подписывайтесь, просто реально максимально подписывайтесь, и давайте его поддержим, потому что, ну, как бы, это мой коллега, так сказать, по Ютубу, и если бы со мной такая ситуация произошла, я бы не знаю, что бы я делал, конечно же, потому что, ну, понимаете, просто забрали Ютуб канал, 4500 подписчиков, 600 тысяч просмотров, каким-то занимался очень долгое время, снимал видосы, заливал их, монтаж там, все дела, и просто его у тебя нету, понимаете? Ну, это реально, мне кажется, очень-очень жестко. Буду, конечно, смотреть за этим каналом, который его взломали, и посмотрим, что он будет с ним делать, этот плохой человек, не будем материться, который его взломал. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Повторюсь, поставьте на лайк, потому что, ну, я думаю, стоит поддержать все-таки. Я уверен, что у меня много, так сказать, одинаковых подписчиков, как у него. Ну, то есть общих подписчиков по Амазингу, я думаю, у нас по-любому есть. Поэтому давайте максимально просто его поддержим. Максимально поставьте лайков на это видео, чтобы как больше людей узнали, что его взломали. Потому что, ну, неизвестно, что он с этого канала будет делать. Может быть, он будет оскорблять других ютуберов с этого канала, будет оскорблять подписчиков и так далее. Я думаю, вы понимаете, поэтому нужно, чтобы все узнали, что его канал взломали, и подписались на новый. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Все ссылки в описании. Всем пока-пока.